специальный песок. Дерево, смотри, какое. Из чего это делается? Как будто бы мука, да? Как будто и муки. Опилки мелкие. Нет, не опилки, нет. Очень даже интересная штука. Хотя по запаху, как и по опилке. Да? Да, вот оно, эта структура похожа на опилки, но оно с чем-то смешано. Опилки. Денис, с чего еще может быть кинетический песок сделан? Мелко, это опилки перетертые, как вот... Структуру пощупай. Кинетический песок? Да. Вспененный из мельпочек до ужаса. Чего? На опилки похоже. Дерево, муку, это опилки, муку протерли. Потому что это похоже на муку. Я читал. А это в интернете в ВИЗе есть, такие можно это. Я так в детстве любила лепить. Пойдемте наверх, посмотрим, что там. Глянем. Это Вилсон. 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 Вилсон, ты где? Это да, это что-то их. Вилсон, ты где? Что-то знакомое. Где ты, Вилсон? Нет, не помню. Вилсон, Вилсон, а что это такое? Знакомый. Все забрали, все проверили? Сбой. Ольга Ивановна. Сбой? Все проверили, фильм «Сбой». Так, я мяч знаю. Футбольный там. А, Вилсон, футбольный. Он его разве Вилсон он его называл? «Изгой» хороший фильм. Обрал у меня трость, там что. Прости, пожалуйста. Я не хотел, я исправлюсь. Мы вторую придумали. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здесь у нас зеркальный лабиринт. Ну, естественно, представляет собой лабиринт и зеркал. Вы туда заходите, ваша задача дойти до конца и вернуться обратно, найти выход. Он там же, где и вход, поэтому вы идете в лабиринт, возвращаетесь обратно. Вот. Рассчитывает минут на 20, зависит от того, насколько вы там долго будете блуждать. Минут на 20? Ну да, даже если вы, например, нашли выход, вы можете вернуться обратно, еще погулять. И а он по площади большой? Ну, вот, вот там квадрат такой. Ага, но средний, он прям очень не, большой, не но и не маленький. Я куда не заглянула, везде я. А сколько стоит? 200 рублей сегодня все аттракционы. Лабиринт. Стоит, да. А, отдельный лабиринт или? Да, да, все по отдельно. Ага. Еще есть 10D. 10D это с запахами? Нет. Это кабина лифта вот такая. Она полностью вся двигается, то есть ее трясет, качает, и экран у вас внизу. То есть вы встаете вот туда в кабину, держитесь за поручни и смотрите вниз. Я такой фильм видел, «Дом с призраками», кажется, или «Дом призраков». Они как будто бы упали с лифта, ехали, а на самом деле не упали. Да, да, вот здесь тоже те же самые эффекты. То есть также 3D-фильм, только лифт, Ольга Ивановна, посмотри, такой... тебе нельзя туда. Здесь нет, здесь есть разные фильмы, то есть можно погрузиться под воду, например, с рыбками поплавать. Единственное, там страшный момент есть акулы, где она вот так уныривает. А так, в принципе, и даже дети вот 6, от 6 лет могут его смотреть. Это, естественно, уже ужасы. Есть типа американских горок. Вот, как там рейс Москва-Нью-Йорк. То есть вы как будто через центр земли на лифте прокатитесь. Mm-hmm. Вот. Ну, тоже 200 рублей стоит. Да. Вот. Еще есть сухой бассейн. Вот сейчас попробую. О, бассейн классно! Как дела? Вот. Здесь тоже 200 рублей в полчаса. Можете здесь играть, фотографироваться. А потрогать можно? Да. Ну, шарики такие пластмассовые, не жесткие. Здесь, если пьяный залезет, то главное, здесь только аккуратно прыгать, потому что все-таки там есть же пол. Ногами прям не надо. Если хотите прям прыгнуть, то лучше бочком. Вот, ну или вот как-то. Что это, такой расслабляющий эффект дает? Да, да, просто прикольно. По ощущениям, да, классно. 8D. Да, уже 8D. Немножко здесь другие эффекты вы видите, это как вот такая вот платформа. Она тоже двигается, ее качает, трясет, плюс здесь на вас, допустим, дует ветер. В зависимости от действия происходящего. Да, в зависимости от фильма, да. На вас может здесь подуть ветер, побрызгать водичкой, если там вы, например, на каких-то... Это выбор фильмов, да? Да, и здесь уже 20 фильмов. Уже на разную тематику, тоже от ужасов до горок, да просто будет.
быть. А это сколько стоит? Тоже 200 рублей. Все, да. Все по 200? Все по 200, да. Здесь еще есть вот музей Эйнштейна. Все здесь основано на элементарной физике, школьная программа. Сначала вам проводится, естественно, экскурсии, рассказывается, показывает, что и как, почему это работает. Вот, потом вы сами гуляете, все самостоятельно пробуете, делаете, потому что вся экспозиция интерактивная, то есть можно с ней взаимодействовать. Вот, потом у нас скоро откроется еще комната страха, добавятся еще аттракционы, вот, но это пока у нас вот такое вот. А это что за ванна у вас? Это мыльная комната, вот, она тоже еще делает, вот, не успели мы. Ясно. Когда все будет готово? Вот здесь будет комната страха, да, где Денис Владимирович стоит? Да, да, там сейчас пробка идет. Ты там это будешь боишься? Ну, где-то... Главный страшный. Ну, лучше тогда не смотреть. Тихо-тихо-тихо, да. Ой, страшно, ё-моё, все. Вот, ну, где-то в августе, ближе к сентябрю у нас уже все запустится, да? Ну, пока мы можем предложить вот такие вот. Сейчас это как бы как пробное, да, получается? Да, да, да. Тестируете. Есть еще вот аэрохоккей. Ну, я не уверена. И кафетерий, наверное, да? Да, у нас скоро будет тут здесь детское кафе, да, для организации праздников, детских мероприятий. Ага. Вот, есть еще комплексный билет, 500 рублей, это туда, в принципе, входят вот все аттракционы, кроме Эйнштейна. Вот. Кроме Эйнштейна? Да. Кроме Эйнштейна. А 500 рублей вы идете в Эйнштейн, это что там? Это вот, показывали сейчас Ольга Ивановна, там экскурсии, всякие опыты, ну... Девушка, еще раз расскажите, пожалуйста, Ольга Ивановна. Да, там экспонаты основаны на элементарной физике, школьной программе. А, я вот это моя, да, поняла, то я думала, что ты еще там. Вот, а за 500 рублей еще комплексный билет, 4 аттракциона, то есть 8 тренингов, там 10 тренингов, там вот эти дети. 500 рублей, что это недолго комплексный. Нет, ну, я же особенно, когда вы будешь. Да, вот интересно, детям, студентам, инвалидам, пенсионерам скидки делаете? Да, да, да. Кому да, именно? Сегодня я не знаю, как. Не, мы не про сегодня, мы вообще, вообще просто. Вообще, конечно, да. Но сегодня, наверное, так как открытие, она и так уже скидка на все идет, поэтому она... Диана у вас руководитель? Да. Мама просто нас пригласила, мы выступали, мы так-то и с музеем Эйнштейна всегда поддерживали. Вот, а сейчас решили, ну, пришли посмотреть, как бы разузнать, чтобы нашим можно было бы рассказать друзьям, товарищам. А раздатку у вас есть, чтобы мы могли, мы сами с Покровска, мы могли бы раздать, чтобы сообщить. Да вот, если бы просьба, если бы бабушку нашу в музей Эйнштейна, вы могли бы сводить ее, чтобы она посмотрела там? Не-не-не, не надо. Нет, не пойдешь? Не, все. Не пойду. Раздатку нам дадите, мы с Покровской с удовольствием нашим друзьям, коллегам, участникам организации раздадим. Скоро еще здесь новый аттракцион появится. Классно, у нас очень много. Вы уже видели все, что у вас здесь есть? В августе? Ну да, в начале августа, я думаю. Давайте я вас тогда проведу, покажу все, что у нас есть. В конце июля они начнутся уже демонтировать, собираться. Мы можем заполнить анкету, если хотите. Или мы еще пока ничего. Ну, я уже... Ну, вы музей не посещали? Ну, посещал на протяжении 2 лет, только Эйнштейн посещал. Смотрите, можете запомнить, если что-то не так, то все. Отзыв, да, оставить? Да, можно все, Анечка, конечно. Это напиши анкету, заполни, конечно. А ручка есть? А дайте ручку, пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. Анна Владимировна, давай. Красивым каллиграфическим почерком. От себя, конечно, напиши. Ты, ну, тебе же понравилось здесь? Тебе же дали возможность заглянуть одним глазом туда-сюда? Зеркало? Зеркало? Ольга Ивановна, можно бабушку это, в зеркало? Не-н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 е-
я знаю, я уже пробовала, ну, не совсем такое, но похоже. Там да, не столько много зеркалов. Так-то я в детстве столько бродил тоже по зеркалам этой Москвы. И у нас в свое время в парке было. У нас тут в парке было. Каждый, кто человек открывает, у всех последний. Но там были зеркала смешные, там растягивали, вытягивали, да, и кривые тоже. Денис Владимирович, пойдем сюда. Здесь тоже аттракцион каллиграфический.
Давай, пиши, что, все? Каллиграфический аттракцион? Да. Как вы нас узнали? Руководитель Диана сказала, фамилию не помню. Социальные сети? Нет, она лично позвонила и сказала. Сказали, пиши Диана. Администратор? Администратор? Администратор, да? Скажи, да, сказала. Пригласила выступать, сказала, приходите. Что написано? У нас задача. А? Выступали, да? Да, мы очень любим взаимодействие с такими интересными организациями, которые на развитие ума и фантазии. Что фантазия? Просто мы адаптивной физкультурой с инвалидами работаем. Мы часто вот сюда организовываем экскурсии. Не именно сюда, а в подобные. А когда химическое шоу «Реактив» будет запущено? В августе? Или оно уже запущено? В июле, но чуть-чуть прям попозже. Комната страха тоже будет в конце июля, начале августа. Это как раз где пенная ванна и будет это химическое «Реактив», нет, да, шоу? Нет, это комната мыльных пузырей. Химическая у нас будет в фунтах. Также там будет детское кафе у нас. Детская комната. Чтобы не отходить далеко сразу и химии, и кафетерии. Нет, там отдельно все закрыто. Детская комната со столиками закрыта будет, потом бассейн, ой, бассейн, это столики на улице будут, хим закрыта, будет, потому что там реактив, чтобы лишний раз и все. А будут делать, которые вот в Эйнштейне в свое время с током делали? Токовые? Да? Очень нам понравилось всегда и ток, там всякие крутилки токовые. Тесла-шоу. Тесла-шоу, да. Не будет Тесла-шоу? Опасно? Не опасно. Интересно. Можем дома собрать. Ну, это я понял, все. Все хорошо будет. Тем более мы с радостью поможем. Что в наших силах и возможностях. Анна Владимировна, ты что задумалась? Не знаю. Как улучшить сервис? Пока не могут. Улучшить сервис? Как-нибудь сделать, не знаю. Сейчас, погоди. Массовые агитационные... Массовые... Сейчас, подожди. Сервис, чтобы улучшить. Но это сервис означает, это внутреннее, да, вот внутреннее. Привлечь внимание. Приглашать общественные организации. Да. В смысле, стольки мы... Да. И проводить коллективные... Посещения, да. Выступления там или да. Проводить коллективные посещения... И выступление. Надо мне взять. Возьмем, да, тоже во дворе раздать. Что, детям, смотри, радость какая. Так, конечно, ну, чуть-чуть дороговато, если скажешь, а вот за 500 рублей нормально. Да, вот если все вместе общие, прийти, да. Нормально. Что больше всего тебе понравилось? Мне понравилось. Тебе что понравилось? Зеркальный лабиринт. Мне тоже. А, не понравилось. Все, что больше не понравилось. Ну такого нет, прочерк ставь. Что нам? Жареная картошка была холодной. Не, все понравилось. Все понравилось, да. Все запомнила, умница. А на той стороне есть что-то? Нет. Ты что здесь написала? Фио, напиши. Спортивно-культурный клуб вместе. Да, уместится? СКК. СКК напиши. СКК вместе. СКК. В кавычки открываешь вместе. Умница. Давай, пробуй. Не, кэштырь прям залезает. Пониже только, если сделай, под лодыжку. Вот здесь, да, хорошо. Ты хочешь что сделать, а? Я просто прицеливаюсь. По комплекции смотрю приблизительно. Чтобы зацепить кого-нибудь? Нет, не специально зацепить кого-нибудь. Если вдруг придется. Я понял. Безопасно, чтобы все было. Чтобы, да, безопасно. Написала? Умница. Все, пойдем. Отдавай девушку. Благодарим за экскурсию. Рассказали. Благодарим за раздатку. Анечка. Да, хорошо. Все, всего доброго.
Возьми, пожалуйста. Мы сейчас рюкзак берем. Вот сюда вот на кармашек за... положи. Положила? Все? Нет, телефон не забыл. Нет. Все, пойдем. А где Денчик? Ага, вон. Там свет, он даже. Что вообще за блюдица? А теперь стой ноги, поднимись и вот так, бам. Я вот хотел как раз, чтобы ты застрял. Давай, давай, на одной руке, мы как будто невидимо сделаем. Стой, сможешь? Только не упади, пожалуйста, братан. Ой, 3-4. Сможешь? Тихо, тихо, только не кувыркнись, пожалуйста. Хорошо, потом. Тихо. Красавец. Я потом вырежу все. Да, конечно, обязательно. Вы будете главной звездой в нашем шоу. Как будто побывал, да? Можно просто заходить, походить и как будто побывал. Потом говорить, да я был там в космосе. Что я там не видел? Все увидел в космосе. Каждый день захаживают. А зачем кофе, Денчик? Нюхать? А его уже отсыпали, кстати. Если хочешь полететь в космос, да? О! Да, ты поделишься? Да. В аппарат засунем, там кофе-то кончился. Ты его так жуешь, что ли? Да? Но оно этот, ядреное. Слушай, он, в принципе, и чайник уже скипел. Блин, а это может это, кофемолка ручная, да, кофейку попьем. Космическая. А, вот здесь, в этот. Че, ты дашь что здесь? Вот мы уже выступили. Дарья пока поехала в Москву, она дела. Да она хворает, блин. Там у нее все. Ну, не буду, раз нельзя рассказывать. Да, ну, выздоравливает. Че, как дела? Ну, что, так тоже пока тусуемся. Движня. Движемся, да. Пинаем, движемся. Кого опять пинает? Не, нельзя пинать. Да, просто там движуха. Че, чтоб все получилось? Да, хорошо. Космическая кофемолка. Она как? Берешь вот так вот молишь. А, молишь. О, нормально. Сейчас, погоди. Подкармливают бабульки. Хорошо, бабушка. Хорошо, конечно. Давай. Все, да, всего доброго. А я вообще думал, как бы я когда узнал объявление, я думал, вы сюда прям с это, со скукунами придете. Ну, мы завтра здесь будем в карету стоять. Пары у нас там будут, да. И мы, а там Золушка, блин, будет, и карета наша красивая, синяя. Полторачка стоит. Парад. И куда вообще движение это будет? Куда? Вниз, туда. На набережную, по да, потом на театральную. Мы не поедем в параде, мы после этого пойдем на театральную площадь, там встанем. Я с фестиваля вернулся, мы проводили инклюзивное добровольчество. И тоже вот разные мероприятия, да, все пытался упросить, чтобы съездить, да, вот, ну, повозить, ну что-то там такой график плотный. В следующем году, я думаю, надо будет просто со всеми нашими саратовскими организациями договориться. Да вот провести там, представляешь, с ПФО с 12 городов приехали особо активные, ну, лица ограниченными возможностями, да, позанимаются добровольческой деятельностью.
это очень, ну, как бы все достойно. Вот, жили в Богемии, здесь, ну, и такие ребята, девчата хорошие. Да, справился со здоровьем, да, вот, ну, проблемы. И кто-то читал, я не помню, то ли с вашей организации, то ли еще откуда-то читали про ипотерапию. Есть, но не так просто, как в этом регионе. У них прям все поставлено. Ну, это не регион точно. Ну, да. Все поставлены. Они прям у них поставлены. Да? Ну, с моей памяти, да, я это не помню. Ну, кто-то рассказал, да, и это как бы у нас тоже надо развивать. Ну, понимаешь, у них как раз сделка здесь, для, особенно для детей. Раньше, возможно, у них прямо направление вот это. Они прям свободный ветер делают.